Всем здорово! В этом видео я вам покажу одну штучку. Но перед началом я бы хотел вас поблагодарить за 100 подписчиков. Я просто этому бесконечно рад. И еще раз спасибо. Если бы вы видели меня сейчас вживую, вы бы, скорее всего, испугались и побежали бы куда-нибудь, потому что мой рот просто, можно сказать, до ушей. Физически невозможно, так скажем. Ладно, мы переходим к основной части данного ролика. И самое главное, что мы хотим сделать. Мы возьмем, разберем люциферчик, а вернее его шасси. Вот так вот. Я уже это сделал, чтобы не тратить время. Дальше мы возьмем какую-нибудь круглую верхушку и шестью вот этими выступами я взял рог. Дальше мы берем вот так вот матри. Ну, по-моему, топчик. Я беру орбит. И... опа. Ну-ка. И смотри, ну, по-моему... По-моему, топ. Ну смотри, ну это же шедевр. Это шедевр. Можно на любой вей поставить, конечно. Например, на вот него. Или же на него. Главное, чтоб круглый вей. Но, типа, я поставил вот сюда, потому что, по-моему, смотрится прикольно. Давайте же потестим быстрее. Я буду его тестить со третьим сезоном. А роста со третьим сезоном. Первый у нас будет Dead Hades. Вперед. Так. Не понял. Но Дэдхэдис мощный, поэтому я думаю, все будет норм. Так. Сейчас с фокусом, не знаю еще что. Все норм. И все, Дэдхэдис расправился со своим оппонентом. Даже не подумал ни о чем. Просто взял и победил. Так. Даже с такой форой не смог наш Рок Вольтрейк победить. Давайте Кербиуса. Он более атакующий, менее атакующий, чем Дэдхэдис, но более выносливый, чем Дэдхэдис. Но не важно. Главное, что он наносит урон. Урон он меньше. Так. И что-то странно происходит. Я думал, он будет помощнее. Давайте я сюда поставлю не орбит, а какой-нибудь другой драйвер. Например. Я не знаю, какой. Например. О, давайте его. Вот этот. Хабать. По-моему, топчик. Вот теперь это по-настоящему мощный защитный газдуэт. Все детали, кроме Вольтрека, защитные. Так. И возьму, пожалуй, Форниус. Почему бы и нет? Форниус. Ученик Шукагана. Вернее, Фубуки Сумия. Ученик Шукагана. А Форниус это типа бой. Фуми. Ладно, не суть важна. Давайте возьмем. О, Геркулес. Вот. Думаю, будет интересно. Геркулес. И сейчас мы что-то увидим. Сейчас мы определенно что-то увидим и услышим. И узнаем. Я думаю, что об этом вообще никто не снимал видосик. А то, что так вообще можно. Правда, это не особо полезно. Вообще не полезно. Давайте еще раз, а? С кем-нибудь таким. Давайте с Гайсту Фафнир. Гайсту Фафнир. Так, ты че меня подводишь? Фафнир, я хотел красиво так запустить, чтобы он легонечко запустился. А он такой типа, нет, ты че? Это те не ко мне. Это вон к ним, да. По-любому. Так, их побеждает у нас, ну, скорее всего, Фафнир, потому что обзор более выносливый. Хотя, кто знает. Да, Фафнирчик. Не особо полезная комбинация, но хоть что-то. Давайте я сюда поставлю Экстенд Пляс. Так, Экстенд. Нашел его. Ну-ка, так ты чё? Погодите. Вот. Не совсем удобно было собирать. Вау. Вот, это я понимаю. Давайте теперь с... Чё за сапарьер? И прохрустнуло, но это внутри механизма. Так что вы меня не... Вот как это называется? Я вот тут пытаюсь, не знаю, как-то его сильнее сделать, он... А он вообще не хочет, я так понимаю, ничего. Ничего не хочет. Ничего не хочет. Кстати, мне предлагали комбу
Знаете, какую сейчас покажу? Быстренько, где есть дракон? Сейчас, подожди. Предлагали вот такую вот комбу. То есть я говорил о том, что нельзя нас на гаче поставить шасси от спаркинга. Но вот это вот все меняет. Вот это вот все меняет. Поэтому в следующих сборках от подписчиков вот эта сборка будет. Не переживайте. То есть... И также меня спрашивали по поводу наконечника у веревки вот этой вот. Ну просто она как бы выскочила у меня при мощных запусках. И она просто отлетела, и мне пришлось вот так вот сделать. Теперь она так не отлетает. Вот. Ну а с вами был Сканер. Сейчас благодарю за сотни. Ставим лайки, подписывайтесь на канал. И всем удачи, всем пока. До скорого. Пока-пока.